году очень четко исполнял все элементы в короткой программе. На многих стартах он умеет держать вращение, докручивать. В этом году он тоже поменял кое-что в своей команде. Он тренируется теперь у Николая Морозова. Ищет какие-то новые ходы. Танго из Мулен Руж. С чего начнем? Сергей Воронов, конечно же, как мы догадывались, начинал свою программу с четверного тулупа. Но не прошло. То есть сам по себе тулуп, конечно, был. И мы знаем прекрасно, как он его делает. И что бывает, у него каскады отличные. Но сегодня каскад был немножко подпорчен вот этим переступанием после него на выезде. Давайте посмотрим. Недокрут совсем большой. Даже не переступание, а троечка. И одинарный какой-то тулуп. Двойной-то, мне кажется, мог бы прибавить. Даже на месте. Ну, бог с ним, все равно не получилось то, что должно было получиться, а то, что оно получится рано или поздно, это и так понятно. Зато был хорош после этого аксель. На либеле куда-то повело Сергея с центровкой, что-то нарушилось. По традиции, третьим прыжковым элементом он делает ридбергер. Был эмоционален в дорожке шагов. В дорожках шагов у Морозова никогда не заскучаешь. Посмотрим, что будет происходить, когда спортсмен переходит от одного грамотного тренера к другому грамотному тренеру. Каждого, скажем так, по-своему грамотного. У Морозова три аккредитации. Одна его, другая Микеанда и третья Воронова, видимо. Если он еще повесит все аккредитации танцоров, тогда он не сможет поднять голову.
Ну и, в общем-то, судя по реакции, для первого старта все было хорошо. ...68 баллов. Это означает, что он проигрывает Брэндону Морозу, но выигрывает у Росса Майнера. 68-7.